времени и суток, дорогие друзья, Вак Studio снова с вами, у микрофона по-прежнему работает пара комментаторов. Меня зовут Антон Тоник Милищук, со мной работает мой коллега Артем Тейк Михайпи Гурьянов. дождались мы полуфинала, Кис Hopes против Атаманы Спорт. И похоже, что у Кис проблема, я вижу, что игроки на живой проводить не собираются, ждут, там, не знаю, ранбусты тренируют, в общем, занимаются всем, чем только можно, кроме того, чтобы резаться. Видимо, договорились с Кис хоп, все-таки что... Да нет, все-таки подождут пятого или все-таки будут в четвертом играть, мне очень интересно. А Они не могут до конца разобраться, кто где находится. Медленно мы идем. Но медленно идем, простите, пацаны. Ну и теперь же атаманы, действительно, атаманы эти парни выдвигаются на поиски своих оппонентов. Наверное, будут ставиться паузы у нас. Хайпин уже получает первый удар ножом по своему телу. И ситуация в ножевом раунде будет 5 на 4. Я вообще не понимаю, что происходит. Зачем вот это вот? Что выдумывать, не знаю. эти велосипед. Вон, пошли, порезали, все нормально. Все хорошо. Филон будет работать у нас с последним. Управляется пока что с одним. Дальше же остальные по одному удару у парней, поэтому, в принципе, шансы имеются. Что ж, работает. Работает Филон, и работает Филон до последнего. Минус 3 он оформляет по ножевым. Все-таки, наверное, достаются с Хоупс. Давай, представим коллективы, чтобы пауза была долгая, уже люди поменялись, там вообще забыть, кто у нас играет на КСПЛ сегодня. И Атаман и Спорт. Это Никита, это Плаки, это Максим, Олег и э... последний ник Никита. Михаэль, Михаил, вот так Михаил. вот, Тафик. Да, Михаил, Михаил, Тафик. Да, что в четвером будут играть Кис Ну ладно. Да, в этом особой проблемы, наверное, не для них. Тут же Энзи, Филончик, Данила и Хайпин. Филон. Здесь же этот парень, наверное, будет думать со своими тиммейтами, что им необходимо делать. И пауза поставлена, да вы их пятый игрок смог зайти на сервер. И вот он, вот он он, это Сэнкс. Это сенс, дорогие друзья. Здорово! Здорово! Вот такая вот приставка у этого пары. Ну что же, 5 на 5 уже команды готовы бороться. атаман Анд Спортс будут работать за сторону обороны. А вот Сис Хоупс будут атаковать. Посмотрим, все-таки как покажут себя Кисс Hopes. Мы уже видели карту от Tamports мы Увидели, что на что они способны. Да, там была сухая, но я надеюсь, что в данном противостоянии мы с тобой сухой не увидим, потому что, ну, это уже не смешно будет. Да, но ну и также радует меня фактор того, что уже начинается параллельный полуфинал против, точнее, между командами Торнадо Esports и Night Air. Таким образом, финал у нас будет строго по расписанию, но ну а мы с тобой начинаем наблюдать за первым пистолетным раундом на карте The Cobblestone. Пошел уже в Энди пытается проработать по своему оппоненту, пока не получается. Джазан с притяжкой есть минус по плаке. Ситуация нормализуется для кисхопс. Но еще есть Максим, который работает за машиной, пока что получает только в голову, ни одного патрона. Он вообще не засадил, как же так, ни одного холстпоинта. Пока что не потеряли кисхопс. Работают дальше. Максима тоже сбрили. Ситуация 3 в 4. Но здесь же холст меня очень сильно удивляют, Михаил. Михаил пока что работает на девятке. У Олега есть киты. Он же бронзон. Он же Олег. Он же парень контролит спину, но ситуация 4 на 3. Никита уже, скорее всего, будут убивать. И по нему есть информация, что винты кто-то разбивал. И разбивали их не просто так. Олег, делает хил. Тут же Никита подключается к своему тиммейту. Сенс погибает. Бомбу можно дефизить. Киты есть, но проблема с тем, что 2-1, нет смока, и шансов мало. Время заканчивается. Слайн находит еще и Никиту. Бомба. Разорвется по таймингу. Кис-хоп забирают первую пистолетку на карте Гэкбалстоун. Полуфинал и уже весело. Уже весело. Кис-хоп задали достаточно агрессивный темп игры достаточно быстрый. И вот смогут ли атаманы с ним совладать, пока неизвестно. Ну вот мне очень сильно нравится, как Атака начинает показывать свой стиль игры и свой характер, поскольку атаманы, наверное, после своего прошлого Коблстоуна были расслаблены, и тем самым они сейчас выбирают снова Коблстоун. Посмотрим, возможно, это всего лишь первый пистолетный раунд, а дальше будет лучше. Ну, еще не стоит забывать, что огромная пауза была, то есть пока Кисхоупс играли, атаманы сидели и ничего не делали, это тоже Немножко могу их расслабить. Все-таки на минут 30 мы с тобой сидели, ждали, пока начнется матч. И это действительно долго. Ну это тут же Максим в дроп-руме, уже на верхнем ярусе находится этот парень. Необходимо выходить в спину и забирать своего оппонента. Забирает, забирает. Особо без всяких проблем, но позиции Апланта уже пустуют, и атаманам необходимо сломя голову выдвигаться на свой плент. Сейчас можно сыграть от одного Максима, у него есть девайс, нужно пропустить его первым, пускай он пытается давать какие-то фраги, единственная проблема, что нет ни флешек, никаких раскидок, вообще ничего нет, и Данила уже готов принимать эту будку, есть минус по плаке, дальше ситуация не меняется, Миша погибает, ситуация 3-4, девайс все-таки у Максима на руках, но пока с ним он ничего не показал. А он и не покажет, он нам с тобой ничего здесь и не покажет, поскольку он будет его сейвить. Никита стоит на коннекторе, будет также дожидаться своего оппонента. И, возможно, уже настал тот час, настал тот день, когда Данила будет погибать. Хайпин. Тут же ребята делают еще один фраг по своему оппоненту. Ситуация 2 в 2, и девайс можно также подбирать. Филон. Филон проходит уже к своему оппоненту, делает килл по Никите. Но и 2 в 1 Максиму нужно делать ответный фраг. Максим Ряда догонит Филона, он чекает нить позиции, да, так и получилось, но главное, что давай засейв. Очередной экономический от Атаманы Спортс, в этот раз, я думаю, они уже не будут сильно тратиться, хотя, слушай, закупают армор, зачем, куда? Я вот не знаю даже, если честно, но ребята принимают Ой. решение закупиться, мне уже страшно, если честно, за Атаманов, поскольку парни могут реально поплыть. Ну, посмотрим. Вполне себе девайсы позволяют на... дать хороший бой. Вот опять же таки проблема в раскидке. И одна пачка диффузов на два планта. Это тоже достаточно большая проблема. А вот уже занимается холпа, Плаки будет бат готов принимать. Плаки нужно открываться. Плаки, но ну, чуть раньше, ну что ж, не так, Хайпен дает минус по Плаке, сразу же занимается Асайт. последний игрок, который находится на это Михаил Тафик, Тафик, дал один минус, тут же Размен, тут же Максим подключился вовремя, но получает, немножечко по голове, по-моему, залетело, достаточно неприятно, Никита включается своим э -э, девайсом, тяжело ему что-то сделать, меняет на P250, и нужна а, халпа, Максим работает по голове, Фиончик работал по Никите, ситуация 2 в 2, и в принципе шансы имеется на то, чтобы потащить раунд, Фиончик осталось бы забрать, и дальше все будет здорово. Но сейчас же 2 в 1 уже эпизод, его необходимо отыгрывать до самого конца, бомба уже начинает дефюзиться, и неужели атаманы собираются прямо сейчас? Олег, Олег будет дефюзить бомбу, и это 2 в 1, молодцы парни, молодцы. Я все-таки подумал, что почему-то не получится закупиться потом, точнее реализовать бай. а в целом-то, слушай, все получилось достаточно классно, и атаманы спорт меня удивили. Меня тоже они удивили, выбивание было в такой-то ситуации, когда казалось бы, что все будет очень для них трудно, очень напряженно. Нет, нет уж, парни показали свою стабильную игру и уже начинают набирать собственные раунды. 2-1, начало четвертого раунда, дорогие друзья. Смотри, Максим опять со своим девайсом. Макс 7 не будет прощать, пацан, тиммейта на куб. Ну а сам вернется на э, дропбокс. Даже к нему пока что никто не придет, потому что, смотри, атака собирается на асайт. И это выход будет через холпу. Но вот здесь же на страже работает плаки. На холпе у него также есть... Тафикс, но Тафикс в очень отдаленной позиции помочь своему тиммейту он не сможет. Самое главное поменять угол. Поменять угол. Парень уже действует довольно грамотно, правильно. Даже вот проверяем, проверяем мы вместе со зрителями, как же он занимает свою позицию. Все верно, все верно, все грамотно, но вот сейчас же самое главное дождаться своего оппонента. Слушай, я так понимаю, на позднем тайминге Кис будут выходить на а а готовы к этому атаман из спорта. Три человека готовятся принимать а будет выходить крайне тяжело. Первая хаяшка уже с хавал игрок атаки, открывается очень аккуратно, главное прочекать буст, но вот Никита перетяжка не по таймингу, тут же выход в дроп хайпен а, будет работать, но не дорабатывает, Максим все-таки сильнее, Миша, от Тафикс, есть минус, но нужно сразу же дропаться, Мишу будут забирать здесь в данном раунде, тут же погибает должен Плаки, но размен был от этого игрока, ситуация 3-2, замечает Никита голос своего оппонента, еще одну голову вроде как видел, но не доконтролил он. Немножечко бомба будет ставиться, Филон. Чик работает. Ну тут же Никита. Никита сразу же выбивает Филончика. А Энди остался последний. Его просто нужно доконтролить, но Энди будет работать по головам Никита. Да ладно, Максим вместе с ним в догонку. это следующий раунд, и Олег остался один на один с Энди. Оу! Энди минус 4 дает, спасает свою команду на табло 3-1. И как атаманы такое могли отдавать? Уже эти парни пишут пятерочки в чат. Пере... Переключаются они уже на своего оппонента в моральной составляющей, посмотрим, что из этого выйдет. Да я не думаю, что это сильное давление, то есть, ну... Главное, это не, не, не реагировать, это как э, упрек в сторону Атаман Esports, все будет хорошо. Что же экономически, Ataman Esports закупают о, две цзшки по 250, я вижу, и на этом все, никаких арморов, никакой раскидки. И вот, кстати, вот в прошлом раунде, если была бы хотя бы еще флешку Атаман Esports, в принципе, Энди можно было бы убивать. Вот здесь много факторов. Действительно, нехватка раскида, нехватка, возможно, уверенности или же тайминга. Вот, кстати говоря, по таймингу здесь же его явно не хватило. Но сейчас, сейчас атаманы в пятером, у них эко-раунд, и пока что атака доминирует на всех фронтах. Атаманы уходят с дропрума, уходят с бессайда и делают это очень даже зря. Ну, как сказать, смотри, плаки уже замечают первого оппонента. подбирает голил, но тут же не успевает. В тайминг сенс есть размен. Также готовится врыв на Б сайт 2-дэшечка в дабл в дроп руме. Попытка, я так понимаю, спуститься безвозмездно. Уже занимается, причем план Б и Энди понимает, что зачем дропаться в дроп бокс, если можно спокойно выйти и поставить бомбу, так и происходит. А вот как выбивать сейчас с пистолетами непонятно. Но это уже Сенс работает по своим оппонентам. Зажали. Его уже зажали. Патроны в обойме заканчивались. И потеря девайса, потеря тиммейта, она будет сказываться уже в начале шестого раунда в плане экономики у ребят атаки. Но и сейчас же подбирается также Галил. Тафикс будет работать с данным девайсом. Но и что сказать. Сейчас же Кис Хоупс будут снова забирать для себя раунд. Но тем не менее Никита пошел и Никиту наказали. В принципе, Олегу только тут остается сейвить, и э, Михаилу Тафику, в принципе, э, Максим мог спокойненько пойти отдать свой девайс там, не как бы сильно на экономику для него это не повлияло, но решили не отдавать деньги, поэтому тоже скрали грамотно, заставили девайсы. И вот сейчас же будет бай, будет бай это Money Sports, уже вижу эмочку, вижу две эмочки, Калаш, Галил и АВП от Никиты, посмотрим, как реализует его в данном раунде Никита, потому что от этого АВП сейчас будет зависеть очень много. Ну и смотрим с тобой за очередным раундом. Девайсики есть, ребят. На руках у атаманов меня это радует. И сейчас же самое главное для Никиты, да ну Энди, бог с тобой, мой друг. Плаки, плаки работают также на ланге под Асайдом. Мне кажется, что атаманы не готовы к стоуну против такого сильного оппонента. Надеюсь, что я ошибаюсь, поскольку камбэк от них еще должен быть. Смотри, готовится врыв под шорт, то есть под флешку будет врываться сейчас достаточно сильно, но Тафик не флешон, и Тафик будет стреляться до последнего. Нет, не будет Тафик стреляться, Хедшот залетает, тут же еще плаки имеются, плаки зажимают хорошо, плаки минус два от этого парня. Отличная реализация, тут же Олег подключается на Б-сайте. Есть минус по хайпу, и ситуация, а -а -а, так сказать, улучшается. Для команды Ataman Esports ситуация 3 в 2, но еще имеется ВП Уэнди и Зенкс, Может, вы уже видели каваш в исполнении этого игрока, тут еще не все... Потеряна для кис Хоупс. Но сейчас же, действительно, еще шансы есть у атаки, поскольку парни соты. Парни соты, чего уж греха таить. И самое главное то, что последнего у нас. Сенса. Не обнаружили. Не обнаружили этого парня. По нему нет никакой информации. И теперь же бомба перетягивается под позиции Б-планта. Олег, Олег, замечательного оппонента. Но Олег проиграл контакт. Эпизод уже будет 2 на 2. Ну что ж, Шатаманги Спортс уже проседают по численности игроков в этом раунде. Плаки 26 хп. Максим сотый. Но все же мало гранат на выбивание. Смотри, бомба а Сейчас самое главное было бы по таймингу открыться на бомбу, но не будет этого плаки. Пытается открываться плаки. Энди нет, не справляется. Энди промахивается с своего ВП. Сэнкс последний. По сенсу пока 0 информации. Работать будет этот парень на курятнике. Его потихонечку дочекать чекать просто. Да ладно, что ты делаешь, плаки? Ну, даже мало бы до конца, убивал своего оппонента. И это просто невероятно. Плаки прочитал позицию Сэнкса второй раунд команды команды Атаманы Парни меня удивили парни меня удивили. Плакет дает минус 4 за этот раунд. И Олег Бронсон помог своему тиммейту всего лишь одним киллом. Но в целом парни молодцы. Они многого стоят. И сейчас же начало седьмого раунда. Атака закупается, но не все. Галил, Галил. Но все-таки не появится он, наверное, у последнего игрока. Это Сэнкс. Как ни крутится Зэшка. Наверное, стоило бы даже купить себе первый армор и какой-нибудь UMP с малым количеством гранат на расхит. Начинается седьмой раунд, и атака, сломя голову, выдвигается на позиции А-планта. В принципе, все может получиться. Уже выход есть, но тут же Лаки разбил. Да ладно, минус 2 он оформляет. Две головы поставил, подключается еще один игрок, но не получилось. Энди разменял плаки Пока что ситуация 3 в 2. Работает Филончик. Есть минус от Сенкса. Хотя вот она, цзэшка. как ты говорил, хватило бы гранаты, но и без граната он ее реализует. Даже без армора все получается. Бомба пока не ставится. Сенкс еще минус дает по Олегу. Пока что он реализует свою, свою ЦЗ на все 125%. Тут же Филончик моментальная притяжка на а сайт, и бомба устанавливается. Вот Атаман и Спорт с большими проблемами. Ну и тут же третий хил подъезжает для этого парня. Минус 3 на ровном месте. А как же тогда брать раунды для Атаманов? Поскольку, если уж такое отдавать, тогда, друзья, я не знаю, что вам попросту нужно. 2-5 на табло. Атака начинает выбивать девайсы, выбивать экономику из своего оппонента и тем самым набирать для себя огромное количество раундов. Начало восьмого в первой половине на карте такой Cobblestone, а вот атаманы уже чувствуют, что у них есть первые проблемки. Посмотрим еще за атакой этот Аманов. Мы в, прошлом, в прошлой карте видели всего лишь там, по-моему, то ли два, то ли три раунда от них, и все было неоднозначно, не раскрыто. Пока что в защите, да, действительно не получается, но смотри же, Плаки опять же-таки на близкой позиции, но там слишком много человек будет выходить на него со стороны атаки, это может быть критично для него. Возможно, если бы Максим был бы на хилпе, но Плаки, минус дал тут же отмен от Михаэля, и Михаил тоже погибает во всей этой мясорубке. Все-таки смогли по одному фрагу парни, дать, и нужно притягиваться сейчас Никите вместе с Олегом. Необходимо уже действительно ловить для себя очень хороший тайминг, Но вот э, мне нравится позиция Олега Бронсона. Он же стоит э, за углом, но при этом всем есть свои подводные камни. Тут же Сэнкс работает, Энди. Необходимо дождаться тайминга. Есть первый хилл. Переводка. Подбирать девайс. Работать уже с АК-47. Энди по ступенькам спускался. Промахнулся у нас Олег Бронсон, но ничего уже он поделать в этой ситуации не сможет. Он погибает. Энди и Хайпин вдвоем против последнего Максима Нейрона. Нейрон уже играет за Кубом. По нему есть информация. Хайпин! Едва. Едва парень не убивает своего оппонента в смоук. Максим. Спрей контроль с МП-9 на высшем уровне. Но тут же хедшот от Энди. И это минус 4 в восьмом раунде. 2-6 на табло. А зачем открывался? Я не совсем понял. Звука бомбы не было второго, то есть и время на дефьюз уже, точнее, на установку прошло, поэтому мог бы немножечко похолодиться, Переагрессировал, на самом деле, Максим. В принципе, шансы были потащить раунд, но и так, в принципе, на nice эстрайде игрока. Парень оставался один с не очень хорошим девайсом, я имею в виду, в плане того, чтобы бить на дальнее расстояние. Что ж, очередной экономический от Атаман спорт против пяти калашей от CIS И похоже, что этот раунд будет доставаться. CIS все-таки не в тех позициях находятся Атаманы, но слушай, Олег уже невероятное мастерство показывает с пистолетом. Сэнкс погибает, тут же Фиончик будет подставляться, но нет, похоже, что Фиончик не подставился, подставился Плаки. Но, тем не менее, ситуация 4 в 4. Максим, едва не выпал у нас в молотов. Мишель, Стоит на девятке, но парнем всего лишь Чуис Пес был бы Дигл. Я в него смогу поверить, но уже Максим Нейрон работает первым. Своего оппонента замечает, делает килл. Дальше Энзи на развине своего тиммейта. Максим перетягивается в очень важную позицию, но прыжок был лишним. И уже, уже эпизод 1 на 3. Кис-хопс. Попросту ребята сегодня рвут и мечут. Все, что видят, Атаманги Спортс отдаются в каждом раунде. Сейчас же третий к ряду будут сливать Атаманги Спортс. А что будет дальше? А дальше мы с тобой увидим Девайс. Это там они из и, возможно, все-таки будет камбэк от этих парней. В любом случае, смотри, Девайс, я думаю, Никита вполне сможет засейвить. Пока что не очень активно бегут выбивать Сис Хоупс его, и они в принципе понимают, что терять тоже игроков они не хотят. Там, смотри, там Красный Энзи, там э, Фиончик совсем на один выстрел Хайп, он единственный, кто более-менее уцелел. То есть, ну и я думаю, вполне себе Никита тут сможет засейвиться. даже как мы с тобой видим на карте, никто к нему и не пошел. Да, ребята, наверное, также дорожат своими девайсами. И делают это очень даже не зря. Не спорю. У Энзи 9700, но тем не менее, терять девайсы, тратить деньги это уже излишек. Вторая пауза ставится от атаки. А зачем же пауза? Никто вроде бы не покидает пределы сервера Данила. Данила Он, покажет... видимо, да, Потому что да. Данила. Он и вылетает. Он. И вылетает, ну что ж, будем ждать этого парня, и пока, пока у нас есть время, давай-ка с тобой пройдемся по статистике команд, начнем с команды атаман Esports, что ты о них нам расскажешь? Пока что выступают в плане догоняющей команды, и это всем видно прекрасно по счету, то есть, то, что мы видели с тобой на прошлой карте, как раз таки на Cobblestone, опять же таки, там а, была видна разница просто на голову а, среди оппонентов, а вот сейчас как раз-таки когда оппонент сильнее, а, в данном случае пока что Цисхолбс так выглядят. А, у Атаман и Спорца все не так здорово, то есть где-то что-то проседает, уже не такие хорошие перетяжки, не так вовремя они делают их, не не так хорошо играют в размин, хотя в принципе мы с тобой видели, что на пистолетах они показывали неплохую так сказать, скиллуху демонстрировали нам, и размены были, но вот э, с перетяжками пока что беда. Беда, наверное, не то чтобы с перетяжками, они в целом и не нужны будут, если ребята будут чувствовать себя уверенно на своих позициях. Сейчас же у атаманов есть реальная проблема с тем, что они не до конца реализовывают свои позиции. Очень много ситуаций возникало, когда игру можно было перевернуть с ног на голову. И при этом вспомни даже эпизод, когда Энди давал минус 4. Когда попросту уже мы с тобой, я лично отдал мысленно атаманам вот, третий раунд, но тут же что-то пошло не так. Ну, это забей просто. Я не знаю, почему не у почему открывались по одному на данную позицию. Причем и бомба стояла под эту позицию. Там информация была по Энди. То есть все было в руках от а Спортс, Но, видимо, кто-то там громко кричал. Сейчас я его развалю. И на этом все закончилось. В итоге Энди вышел Сухим из воды. А, пока мы ждем, пока мы ждем Данилу. Они переподключаются, можно пройтись как раз-таки по статистике, посмотреть конкретно по фрагам, что же там настрелили там Анью Спортс. 9 к 8, вот плаки держится хорошо, дальше Максим в принципе хорошо держится, также хорошо держится Олег, а вот э, Миша Тафикс и Никита пока не особо уверенно, не почувствовали они еще игру, не почувствовали стиль своего оппонента. Но и тут же Кис Хоупс, о них мы с тобой также не забываем, Энди 15 на 2, и этим все сказано. Филон у нас 9 на 4, Сэнкс 7 на 8 и Хайпен 3 к 7. Пока что еще также не почувствовал своего оппонента. Благо, что тиммейты чувствуют. По поводу этих парней можно сказать лишь uh, пару слов. Чувствуют себя очень уверенно на этой карте. Понимают, что они делают и будут продолжать в том же духе. Вопрос в том, как они покажут себя за оборону. Ну, не знаю, как насчет остальных парней. Пока что я вижу, Энди просто соляру заливает там с Филончиком. Ну, Фиончик не в такой степени, а Энзи просто пока что. Но ну, у него летит, видимо, хорошо, и летит, и летит, причем отлично. 15 на 2 за 9 раундов. Ну, слушай, это хороший результат, это очень хороший результат. И если он увеличит количество фрагов, ну, естественно, с пропорционально количеству смертей, то есть будет продолжать в том же духе, то похоже, что игра закончится быстро, и игра закончится быстро в пользу кис Холбс. Ну и сейчас же пауза снимается. Продлевать ее не будут, парни. А почему же так? Неужели это будет кульминационный момент для обороны? В частности, Атаман Еспортс сейчас могут попросту зацепиться за эту ситуацию. Взять для себя как минимум третий поинт. Зацепиться также за четвертый. И тогда уже до пятого рукой подать. Ну, их можно понять, слушай, согласись. То есть они не обязаны делиться паузой, и это их решение, то есть, каким бы оно ни было, это их решение. Ладно. Давай вернемся к десятому раунду и смотри, что готовит uh, у нас Кис Хопс. Вот сейчас Максим все очень хорошо слушает в дроп Руме uh, и прекрасно понимает, что выход готовится под B-сайт, пока что террористы находятся здесь. Единственная проблема сейчас, главное, не пушить и угадать тайминг. То есть, чтобы еще главное, что дезинформации не пошел. Вот он, пошел. Выход. Краски вот атаки. Высадка в дроп-рум пока что успешно, Точно так же занимается активно эта арена. Есть минусы. первые от Никиты. Никита подключается минус 2. Хейп, по разметную максимум. Но тут же Никита вместе с плаки включаются. Вовремя ситуация 3. 4 в 0. По итогу, третий раунд смогли от Аман забрать. Но не стоит забывать, что это раунд против 4 и все-таки. Когда вернется до Нима, возможно, игра стабилизируется. Вот сейчас они мне уже понравились. Вот сейчас я уверенно могу сказать, что они вернулись. Они молодцы. И надеюсь, что в дальнейшем будут продолжать также в том же духе. Пока! У нас KizkOps работает в четвером. У Атаман Еспортс есть реальный шанс дать камбэк хотя бы до шестого, а то и седьмого раунда. Почему бы и нет? Кто его знает, когда вернется с пятой у игроков команды KizkOps. Ну что ж, у Атаман Еспортс есть явный шанс. Шанс, конечно же, есть, но также не стоит забывать, что Энди все еще находится в команде. Это не Данила, это точнее не Энди вылетел, все-таки Данила Энди может показать себя. С экономикой все не очень хорошо у парней, у хайпа она будет только девайс, остальные с диглами, со вторыми арморами. Один смок имеют на руках Кис Хоупс, и это проблема. Это проблема, потому что выходить что на А, что на Б, на Каблстоуне под один смок очень тяжело. Вот здесь же действительно но при этом всем Энзи не потратил деньги. Мне кажется, что уже их пятый тиммейт вот, -вот подключится. Поэтому парень решил все-таки оставить свою экономику. Либо, либо ход конем поднять ее до того уровня, когда сможет дать пару дроп девайсов для своих тиммейтов. Тут же Максим отправляет уже к праотцам Хайпина. И втроем Кис Хоупс будут работать уже на позиции Асайда. Тут же Тафик забирает своего первого оппонента. Филон на размене. Последний килл будет, наверное, также от Бронза. Но, но нет, Филон пока что делает килл по Олегу. И ситуация 3 в 1. Слушай, в принципе, Фион сейчас подберет бомбу и спокойненько убежит на Б, у него будут шансы поставить ее, даже хотя нет, время не позволяет, 16 секунд до конца раунда достало, Фион просто бежит на выбивание, но не справляется, он с Никитой, и тут будет минус, ситуация э, начинает складываться э, хорошо для Атаманы Спортс, 4-7 счет, но Данила пока что не вернулся, Ренди продолжает действовать, просто раздрапывая пистолеты, я так понимаю, очередной экономический мы с тобой увидим. Уже парень потратил 2 800. Это ни много ни мало. Целый АК-47 можно было бы купить на эти деньги. Но опять же, мы с тобой прекрасно понимаем то, что лучше уж лучше уж пистолеты у всех. Нежели один АК-47 у одного, который попросту можно потерять. И вот он, тот самый Данила, который уже вернулся и готов помочь своим тиммейтам. Фазум по сенсу. Парень погибает. Но и тут же начинается шествие от Афикса. То, что Афикс минус 2 в Никита последнего замечает. Блядь, последнего игрока это Филончик, Филончик погибает. Этот парень. Никита все-таки нашел а, Фраг по этому игроку, и Данила остался последний. Данилу тоже, же, конечно, заберут без особых усилий, у него ничего нет. Хотя что по экономике у Данилы. А у Данилы 7800. Слушай, не пришлось даже бы сейвить Энди. В следующем раунде мы точно увидим с тобой хороший бай. Довольно даже не то, чтобы хороший, очень уверенный и железобетонный бай от команды His Hopes. Но при этом меня радует, что Атаман спортс e уже могут забрать для себя пятый раунд и тем самым обеспечить себе какой-никакой лузовый минимум. Сейчас же Данила. Данила, скорее всего, не пушит по той причине, что его тиммейты обсуждают, как они будут работать уже в 13 раунде, а наша с тобой задача посмотреть, что они нам смогут продемонстрировать. Нет, Данила уже пошел за бомбой. Нашли Данилу. Данила там еле живой. Подключается Максим. И тут без проблем Данилу заберут. Что ж, 5-7 и небольшой камбэк от Атаман Esports мы с тобой увидели. Сейчас же будут девайсы от Cis Hopes. И самое главное сейчас для Атаман Esports, естественно, не проиграть. Cis Hopes, конечно же, еще имеют право на ошибку. Но почему не закупается Сэнкс? А, все, закупился, все хорошо. Закупился парень и атака разделяется. Слушай, это будет сплит. Ну, либо сплит, либо вариант расшатать свою оборону своего оппонента. Но посмотрим, что ребята смогут из такой ситуации придумать, поскольку возле дропрума есть игрок. На хелпе у него также Энди, но Энди с бомбой. 40 хп минус у Сэнкса, буквально одна хаешка, и парень уже понимает, что возле ушка что-то взорвалось. Ну, хлопушку поймал. Новый год скоро. Раскидываются игроки гранатами и смотри же за с Холпс. Они показывают свой стандартный уверенный стиль атаки. Будут выходить на позднем тайминге. Проблема в том, что э, карту контролируют они в малой степени. То есть основные позиции да заняты, но проблема в том, что нету никакой информации толком. То есть э, да позиции заняты, как я уже говорил, но ничего не нашли. Тут же плаки готов работать, промахивать свп плаки нельзя. Есть минус тот же размет Хайпана. Хорошо сыграл Хайпан, но а, ситуация 4 в 4. Бомба притягивается на А-сайт. Там находится лишь один опорник. Это будет Тафик. Его пока что не прочекали. Тафик. Сделал килл по своему оппоненту. Тут же Никита, Никита, вернись в дом. Вернись в дом. Парень. Откидывается флешка от этого игрока. Но тут же Тафикс на контроле позиции. На конюшне Хайпен Прощается с головой, тут же есть Килл уже по этому игроку Филон, но погибает также от Никиты И последний Энди, здесь же ситуация 4 в 1 Максим Нейрон уже давится со спины своего последнего оппонента И на табло уже появляется Шестой взятый раунд у команды Атаман Еспортс, тут же парни начинают Писать пятерочки в чат Мне кажется, это что-то значит. У меня один большой, большой вопрос. Что случилось с Холпс? Почему открывались по одному? Вот есть... э, об этом я также хотел сказать. Э, вот вспомни игру этих ребят, когда они начинали играть вот, э, в 10 в 9-м, 8 раунде. Они играли очень быстро, очень быстро, попросту нереально быстро, сломя голову. Вот сейчас мы видим с тобой похожий раунд, но ребят уже прочекали. По ним и также готов работать. И Тафик, Стофик, здесь же тебя будут зажимать. Первый хил есть, второй хил. Все-таки не смог для себя реализовать. Это конечная основка для этого парня. Нейрон чекает позиции своего оппонента. Минус бомб Керри и ситуация 2 в 4. Проблема, опять же, таки у Энди, у Данилы. Давай, конечно же, имеется. Но Энди, слушай, как он открывается, он жестко. Да, Данила, да ладно, Катнюшу, не прочекал. Ну что ты будешь делать? Данила работает по Олегу. Ошибка. Ошибка от Олега, наверное, возможно, была в этом раунде. Бомба ставится. Молотов прилетел на Даблдорс И контролятся уже позиции. Данила дорабатывает. Оу. Минус две. Голову он оформляет И остался последний. Плаки. Плаки с девайсом. Да ладно! С пистолетом да будет ну ладно. да ладно! Данила, да, да что боже ты есть? мой! Да как? Как? О, это минус пять. Это минус пять от Данилы. Он, он просто, боже ты мой! Как? Вот как? Что еще нужно было? Он просто-напросто давил в спину с дигла. Он не попадал. Он взял АВП. Первая пуля в молоко, вторая в кашу полетела. Уже салат Оливье можно было приготовить, но он не попадал. Сейчас же Олег работает. Олег делает первый килл. Второй пуля промахнулся. Все по дефолту. Тоже Михаэль будет принимать дальше. Хайп, она работает он как надо. Тафик за своего оппонента. Плаки подключается. Энди погиб. Данила. Ну хорош, но ну какие хедшоты. у вот этого парня залетают в плаки. Она получала уже в голову, разбиваются винты, но все-таки остался Данила практически в соло. У него еще, конечно же, есть Зенкс, но он еще очень далеко, и его будут контролить У нужно прочекать окно. Зенкс, да ладно, ну, ну, кто так ходит? -то? Ну, а, 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 а ошибка от игрока, и у Данила мало шансов, он, скорее всего, будет сейвить свою АОП. Но тут же минута, действительно, но опять же, от сейва нет э, толку, поскольку 15 -то раунд. Парни вот вот но... будут заканчивать, Видимо, сказали ему об этом, потому что он очень далеко был. Видимо, подобрал его по и решил сэвить, но действительно, 15-й раунд, и работает Вау, Данила. Ну но... Наконец-то. Никита все-таки оказался сильнее. Да. Тут Никита был. На высоте, в тапчиком попал, и все хорошо. Давай обратим внимание на статистику, теперь уже по окончанию первой половины карты. Ну и что ж, дорогие друзья, Атаманги Спортс. У них же есть Максим Нейрон, 13 на 7, 12 к 11 у Плаки Никита, 12 на 9, 10 к 10 у нас Олег Бронсон. И последний, Тафикс, 10 на 11. Что ж, Энзи, 15 к 8, ни одного раунда он с 10 начиная, ни одного кива точнее, не сделал, начиная с 10 раунда. Филончик, 11 к 10, Данила, 9 к 12, 6 к 12, Хайпен и о, Синкс, 7 к 14. Но тут же обрати внимание, Кис и довольно-таки жестко читают действия своего оппонента. Начинается раскидка дропрума, а тут же парни попадают в засаду. План Капкан сработает или нет? Уже есть пара киллов, также Капин. Филончик погибает на ринге есть два игрока оборона, но при этом есть хелпа, также Максим Давид здесь до в руках. Это просто минус 4 от ребят. Энди последний и Энди уже был шокирован. Uh, то есть мне тоже очень интересно, почему вот стояли Хопс, с Юспами на близких позициях в дроп-рум, когда услышали, вот, что там огромная кипа людей десантировалась на нож. Хорош! Миша плюс морали. 8-8. Да, Миша плюс морали. Здесь же действительно парень, наверное, уже всему району крикнул «На нож!». 17 раунд готовится к своему началу, а вот у нас оборона. Оборона закупается на пистолетике, но опять же бай не от всех и бай не до конца уверенный. Ну, это экономически считаю. Ну, полфорс такой, жидкий форс. Можно по-разному это наживать. В принципе, это экономический, потому что... Ну, закупили они первый армор, и второй еще у вот, Сэнкса. Вообще не понимаю, зачем он его покупал. Вряд ли он чем-то ему поможет. Но Пару девайсов выбить смогут, я думаю, вполне а вот справиться с полным натиском, сомневаюсь. Тактика тактика -та 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 Virtus Pro". Ребята ждут своего оппонента, они готовы работать, они готовы ждать уже эту тактику, кто ее только не делал. И Фнатики делали, и Virtus.pro были теми, кто ее придумал. Четыре пистолета в яме, но и сейчас же 17 раунд. Атака даже и не понимает, насколько у них пусто, пусто под B-сайдом, и насколько же просто туда можно выходить. Ну так боится, ты понимаешь, что атаман и вышли на ничью, и они не хотят сейчас сдаваться, и нужно забирать преимущество. Поэтому они играют крайне аккуратно, не понимают, что там пистолеты, что нужно действовать о -о -о -о, очень осторожно. Но и выходить на совсем поздних таймингах тоже не строит. Вот уже первое движение пошло. В дроп рун в десантирование будет. Нет. Ха -ха -ха -ха. Боятся. Все флешки откидывают. И есть десантирование в дроп рун. Максим. замечательных тех Максим. Нужно работать. Максим. Спрей контроль минус 2. Но тут же размена Данилы. Плаки отрабатывает по одному. Со спины начинает работать. Филончик. Филончик. Не дожимает. Последнего сенса разменялся с Никитой. Филончик. Дошел и Плаки. Да ладно, как же ошибаются атаманы спортс, ну, Невероятно, Олег остался последний, замечает гол одного и прострелом забивает Сенкса. Ну да ладно. Красавчик. Молодцы, молодцы, парни, уже вытащили этот раунд если бы они его не взяли, тогда я даже не знаю как они работать смогли бы уже в восемнадцатом раунде поскольку мораль могла бы упасть упала бы экономика и при всем при этом уже 9 появился бы со стороны обороны. но сейчас же шансы еще есть Мы смотрим с тобой за очередным экономическим раундом от Холпс. Жаляк сейчас все прочекает. Нужно уходить. Зачем лезть дальше? Ну что вы делаете? Просто уйдите на Б. Ну ладно, решили до конца стреляться. Максим будет работать дальше. Притягиваются все игроки от Аманы Вот оно, верное решение на поверхности, как говорит, лежит перетяжка на Б-сайт. Все сделано грамотно. Все сделано грамотно, что от одной, что от другой стороны. Пару килов дают ребята и Филон. Его уже подловили. Его уже подловили. И что ж, жулик не воруй, говорит у нас Никита своему оппоненту, и тут же ситуация 3 на 2. Под позицией Асайда один лишь Сэнкс с Галилом Энзи, но он под Б. Энзи будет притягиваться еще долго, а выход все-таки поменял своего свое направление. А выход будет под Асайд, вот он минус по а, Сэнксу и остался Энзи. Возможно, есть смысл засейвить даже этот Галил, он ему пригодится, дропнуть кому-то тиммейту, Хотя, в принципе, там никто сильно не закупался, и деньги в любом случае будут. подставляться Энди, ну да ладно, прочекал его Максим и убивает своего оппонента. Ну и что ж, пятерочки в чат, Хайпин перебивает своего оппонента, невоспитанный молодой человек, не стоит этого делать. 19-й. 19-й раунд, ведь он всему голова. Это первый девайсный, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Первый девайсный раунд, дорогие друзья, на ваших экранах после смены сторон. И посмотрим, кто его будет брать в свою пользу. Мне кажется, Атаман Еспортс есть что сказать на этот счет. Слушай, они будут играть крайне мобильно, без АВП замечается первая голова. Там, по-моему, АВП работает в виде хайпана. Тут же притяжечка еще одного игрока. Он должен быть минус. Поинте. Забрали, забрали Данилу, Филончик. Работает. Пока что на дверях. Да ладно, ну дашил еще. И бомкель, выбил плаки. Как так? Что пошло не так? Ответ. Ответочку. Работает Никита. Есть минус голова. О, Сэнкса. последние Остались. Хайпен и Филончик. Ловят молотов. Сейчас. Филончик. И выходите, ему будет тут. Ну, не так быстро будет выходить, как хотелось бы. Вот здесь же действительно но проблема в том, что бомба стоит э эпизод. Воу, тут же 2D-шечка также имеется от ребят. Видно, что ребята играют этот Cobblestone очень хорошо. И в любой ситуации могут э -э, контролировать абсолютно любой эпизод от своего оппонента. Сейчас же 19-й атаман Еспорт забирает его в свою пользу. И посмотрим, что будет в 20-м. Но в 20-м, скорее всего, Кис Хоупс будут делать эко. Ну почему? Два девайса есть. Можно будет сделать форс. Два девайса, тут же Фиончик подключается, есть минус по Олегу, и э, это на самом деле критично, потому что Атаманом Еспорт нежелательно терять девайсы, учитывая то, что два девайса отдали засейвить Сисхопс, конечно, да, это неприятно, но э, все-таки лучше вот сейчас вот если раунд выигрывается выбить все девайсы, увидеть экономический полноценный вот Сисхопс, либо э, потерять свои девайсы и экономику проследить, как мы с тобой видим не у всех по экономике все здорово у Атамана Спортс. Ну а сейчас же смотрим с тобой за очередным так называемым девайсным раундом. Под Бэплентом будет жарко в этом раунде. Хаешки не успевает откинуть дальше. Сэнкс дает своего оппонента, но тут же его разменяли мгновенно. Энди за кубом готов работать. Энди! Минус, минус голова этого парня, но также Никита выживает. У него 21 хп. Олег при этом делает килл по Данила. И у нас неужели, неужели Атаман Е-спорт смогли дать камбэк? причем жесткий камбэк. Да, причем еще какой камбэк? Вполне себе добрительно у них все получается. И Фиончик остался последний. Вот сейчас важно Фиончика выбить. И не важно, сколько давай вы потеряете, потому что следующий будет экономически, можно будет все эту движуху запромить. Олег уже готовится делать выпад на Фиончика. Тут же Фиончик. Нет, не справится с Олегом. Олег погиб. Cisхоps, отдают своему оппоненту очередной раунд, но и сейчас же 21-й. По счету, скорее всего, атаманы заберут для себя 13-й поинт. Также я даже не знаю, что поможет обороне, но оборона закупается. Оборона закупается, не будет эко-раунда. Видимо, решили закупаться уже в каждом раунде. В принципе, уже сколько раундов проигрывают. 5 крядов, Четыре... да, могут себе позволить. Да, без э, огромного количества раскида, но. Такой байт тоже имеет место быть. Хайп, кстати, смотри, очень интересно. Давай, с петушком будет бегать этот парень. И вот сейчас он работает в близкой дистанции на арене, что может очень сильно усугубить положение Таманы Спортс. Ну что ж, посмотрим мы с тобой, как ребята вовсе будут показывать свою игру, поскольку мне уже, если честно, страшновато за игру ребят до финала. До финала у нас с тобой осталось всего лишь 4 взятых раунда от Атаман Еспортс, но и, тем не менее, не больше 9 отыгранных на карте The Cobblestone. Поскольку, я думаю, допов здесь не будет, но и сейчас же атака уже готовится к своему выпаду под B-сайт. Ну, пока что до конца еще непонятно. А так играет дефолт. То есть они ждут поджима, они не лезут, они ждут тайминга. Бомба вот только-только идет подбираться. То есть еще, возможно, и на притянутся. Кстати, Никиту сейчас могут и подрезать. Никита, слушай, своего оппонента, Да как же не услышал так? Да ладно, но... Ну... <laughs> слава Слэнгс. богу. Свенкс не услышал своего оппонента просто. Ну и а тут же Энзи под Б-сайдом. Нет, ребята, уходят. Они понимают, что на А-сайде Пустота, это дабл фейк, это дабл фейк, будет вторая волна выхода, сейчас же необходимо, Никите, шуметь как можно больше под асайдом, начинается полноценная разведка, три игрока в это поверили, три игрока Ты... поверили в то, что это выход на асайд. Какой фейк? 30 секунд оставалось до конца раунда. О чем вы говорите? Энди, прошлой позиции. Энди, минус 2. Но с третьим не справляется. Все-таки есть размена. Никита и э, Михаил подключаются. И ситуация 2 в 3. Бомба не успевает или успевает? Успевает ставиться бомба. Есть на последних секундах. Тут же включается Никита. Хайп, он погибает. И Фиончик остался последний. Не понимая действия Цисхопс. Буквально там 27 секунд до конца а, оставалось, то есть времени, и это, ну, не хватило времени никак татаманам из спорт перетянуться и поставить бомбу, они вон даже на Б еле успели поставить бомбу, и все-таки поверили, да ладно, я как-то удивился этому. Ну что ж, что сделано, то сделано. Уже ничего не изменить. 13 уйдет за Атаман eSports. Но и сейчас, скорее всего, Цицкоупс будут делать уже для себя эко. Поскольку у них будет всего лишь по 3-400 долларов. Этого не хватит на бай. Только лишь у Энзи 4000. Но закупаться с такой экономикой особо не имеет никакого смысла. Ну, смотрите, тем не менее, закупаются. Вот, Фиончик засейвил, девайс, Хайпен. Есть девайс. Сэнкс еще девайс покупает Энзи. энди тоже с девайсом будет, все хорошо. Ну и что ж, дорогие друзья? Также информация для наших зрителей Торнадо Esports против Night Air лидируют. Со счетом 14-6. А также мы смотрим за нашим матчем. Здесь же есть эндри килл по Хайпену. Хайпен погибает, но Энди на размине. Энзи недолго прожил. Ситуация 4 в 3. Ну ситуация 4 в 3, молот прилетает сейчас Фиончику, Фиончика не выпускает с даблдорсов, прострелил бы Никита, попробовал, но не рискует парень, играет крайне аккуратно, чекает все позиции, Данил уже спины работает по максимуму, нужно дорабатывать дальше, ситуация 3 в 3, бомба стоит, но еще не потерян раунд, также еще со спины будет заходить с хлупы, еще один игрок обороны, и это может быть фатально, но нет, Олег справляется с ним, Сенс погибает, и ситуация 2 в 3. Ну и сейчас же смотрим с тобой за неким выбиванием. Хедшот. Олег без головы прощается со своими тиммейтами в этом раунде. Тафикс, 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 тафикс. Есть хедшот. Могут ребята слегка выдохнуть, но не сильно. Не до конца филон. Филончик пока что работает у нас. Также с китами. Ситуация один в один. Времени не хватает у этого парня. И 14 уйдет за атаманги Спортс. Погибает игрок. АВП засебено не будет что получилось, как получилось. И на 15... 14-8 выходит на спорт Проблема сейчас огромная. У Киллс с Хопс, и никуда от нее не избавиться. Шансов на ошибку у них не осталось. Убивание практически было хорошим. По крайней мере, идея вот так вот обойти с трех сторон была вполне себе хорошей. И могла реализовать себя полностью. Но что-то пошло не так. И мы с тобой увидели все-таки выигранный раунд это Атаман Юспортс. Потому что в этом раунде, в 23-м, они решают действовать быстро, агрессивно на Б-сайт. Причем это плитом, через дроп Тут же работает Данила. Данила не справляется. Плакер размена от Энди. Тут же на него нашел все-таки Тафикаса. Есть минус, но Олегу нужно помогать тиммейту. Олег, открывайся, открыть. От Олега Энди погиб. Тут же Фиончик погибали. Вместе Данила остался... Практически последний хайп еще вместе с ним, но два красных игрока у Атаман и и похоже, что Cis Хопс могу забрать данный раунд. Олежа, олежа, а как же он отвернулся жестко по таймингу, получил флешку и был уже full blind. 14-9, парни меня радуют своими взятыми раундами, но брать еще очень много. Для Cis Hope. целых 5 к ряду для временной ничьей, а вот атаманом необходимо выбить сейчас 1 на 15-9 и оставить своего оппонента уже без экономики. Достаточно хорошее решение. И ты, ты все правильно озвучил, но. Есть одно, но нужно еще выиграть раунд, и это может стать проблемой. То есть, э -э да, CISHOPS смогли забрать раунд, но Томан Спорт действовали не совсем, то есть, ну, как бы привычную для себя стиль. Они попытались сделать быстрый выход, я так понимаю, они надеялись на то, что увидят пистолеты, либо хотя бы там какие-то девайсы без арморов. А тут не так все просто оказалось, и выход не сдался. Выход не то чтобы не задался. Он реально не зашел, ребят. Он реально у них не зашел. Ну и что ж, наблюдаем с тобой сейчас за 24 раундом. Ребятам осталось играть -за уже всего ничего. Филончик под Б плентом. С диглом в руке. Но вот если пойдут на б сайт то этот парень будет погибать первым. Парни готовы. Парни готовы. И вот смотри, кстати, очень аккуратно играет Максим. Но его будет ждать Сэнкс со своим Мак... Седьмым это будет проблематичный выход. Тут же открытие от Фиончика. Фиончик спалил всю движуху. 39 секунд. Либо перетяжка, либо выход на Б. Но почему-то не спешат атаманы из Неужели это будет коллективный сейф по итогу? Я не думаю, а что я, я не думаю. Олег, Эндри Килл есть, Бронсон уже делает первый фраг для своего коллектива, под б плен будет выход на минусовой минуте, 25 секунд остается у нас до конца этого раунда, тут же работает также АВП, Никита подключается к борьбе. Тофикс, лаки шот по голове своего оппонента, но и уже, уже ситуация 5 на 2, Максим пока что не дропается с дроп-рума, а играет довольно аккуратно. Я думаю, Хайпан, скорее всего, вместе с Санксом будут сейвить, выбивать два в пятером с такими девайсами. Ну, с АВП еще реально хорошо, а вот Санксу со своим МАК-10 очень тяжело будет что-либо сделать, тем более его и нашли. Максим все-таки обнаружил своего оппонента, и Хайпан не сможет засейвить. Теперь уже плаки сажает Хайпана на нож. Все-таки за пятерочки парня там остили. стиле. Да, здесь же ребята реально молодцы реально молодцы, мне их игра очень нравится, и могу сказать абсолютно уверенно, что Атаман Еспортс по праву достойно играть сегодня в финале. Ну, это да, очевидно, раз они проходят в спорт, я думаю, все-таки Cis я думаю, все-таки э, все грамотно и верно делают парни, принимают хорошие решения, и это им позволяет проходить финал. Что ж, один раунд отделяет на спортс от финала, и он совсем скоро, я думаю, закончится, потому что нету денег у CIS Hopes, там абсолютно, абсолютно дыра в экономике, и уже есть антрикил по Фиончику, дальше выход спокойненько через арену, будут чекать все позиции, нужно прочекать статую, статую чекают, статую подставляется под Энди, Энди, да ладно, минус 2 этот парень оформляет с одним лишь пистолетом в руках, но размены от Максима и Олега не заставили себя долго ждать, ситуация... Снова ухудшается для Стис Хопс. Тут же погибает Сэнкс, и Хайпана, похоже, что есть по нему информация. Да, есть информация по нему, да, у минус, но Олег на размене, и Атаманы Спорт заслуженно проходят, проходят в финал. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот у нас приятная новость. Атаманы уже в финале. Узнаем, кто их оппоненты. И буквально минут через 5-10 уже понаблюдаем с вами за финалом. А сейчас же небольшая рекламная пауза.